Сегодня 11 января 2020 года. Продолжаем обзор картин на художественной выставке, посвященной Рождеству и Новому году в Доме художников в Киеве. Здесь много полотен пейзажей, натюрмортов, пейзажей из различных уголков Украины. И они посвящены такому зимней основной тематике. Зимней тематике, Рождеству, но не только. Видите, серебро, снежный декабрь, например. Это зимний Днепр. Художник Некрасов. Есть и в современном стиле. Гора Поп Иван перед Рождеством в Карпатах. Сложности. Все свит. Общий мир. Художниц Кириллов. Такие рождественские мотивы. Ангел и толпа. Художник Прокопенко. Почти черные квадраты, Иванюк. Иний. Смотрите, какой иней. В современном стиле натюрморт с птичкой. Натюрморт вижу, птичку не вижу. Художник Мостовщикова. Вот он, черный квадрат таки. Игнатьев. Без названия. Ну понятно, это черный квадрат. Вот современный стильный. Силагин Рождество Рапсодия. Это вот такая сложная. Вот тут столько всего. Совсем не рождественская. Энеида. Это художник Энеида, полотно Харьков Попов. И что там? Харьков Попов из Попова. Энеида. Андреевский спуск на Подоле, Галак. Тоже Подол. Прогулинка зимним Подолом. Художник Ольхова. Цепях портрет молодой девушки. Не девушка, а девушка. Ага, какие вот. Одиночество. Художник Ерешка. Это Брамза Заборовского. Киеве. Художник Шкрогаль. Натюрморт тут интересный, веселенький. Чурсина. Полищук, зимний покой. Зимний ручей. Такие рождественские мотивы. Веселенькие. Лен Толкачева. Веселенькие рождественские мотивы. Вот такой журавель из Луцка. Разные дороги. Рождественский Львов, Калингарда, рождественский мотив, художник Силантьев,
откуда из пути рождественской сказки. Зимняя ночь на Украине. Оруджиев. Оруджиев. Гордый пивник. Гордовитий пивник Митькова. Сариковская земля. Свято праздник. Такой рождественский праздник Немировская. Рождественские мотивы. В японском стиле. Шаотин. Здоровье и долголетие. С журавлями. С японскими. Зимние цветы. Боярчук. Такой интересный лабиринт. А вот чудернацкий коврик. Ангел. Пенько. Идет песня. Божественных песен. Последний зал еще интересный остался с вышиванками разными. С коврами и картинами. Так, сейчас перейдем на следующий сюжет. Здесь разные красивые вышиванки. Тут керамические работы такие, из керамика. Инша, ворона такая. И зверолей зимовой, зимний. Осень. Встреча ангелов.
Три пары рук. Художник Кукуруза. И вера, надежда, любовь. Казуб.